11 ноября, в воскресенье, Русское географическое общество приглашает принять участие в географическом диктанте. Масштабная просветительская акция проходит уже в четвертый раз. Причем Россия не единственная страна-участница проекта. Уже известно, что проверить свои знания можно будет в Аргентине, Таиланде, Норвегии, Дании, Франции, Италии, Турции и в других странах и бывших союзных республиках. Главной площадкой географического диктанта в Чувашии, как и в прошлые годы, станет историко-географический факультет ЧГУ. Начало в 12:00.